Вы этого хотели. Вы это ждали. Вы просили меня об этом. Нате, получите. Собственно, доброго времени суток, дорогие друзья. Речь идет о хоррорах. Меня просили хорроры. Просили, что давно не было на канале. Собственно, не знаю, нашел в Стиме Haunted Memories. Что-то знакомое, вот это Haunted, что-то было когда-то на канале, и я скрины посмотрел, по стилистике очень похоже, но тут вроде бы, другая, то ли глава, то ли игра, посмотрим. Эпизоды, начинаем. Play, игра на английском, так что вряд ли я въеду в сюжет, у меня с английским туго, но будет интересно. Все просили, я не знаю, если Амнезии и Outlast уже ничего так сильно не впечатляет, даже не знаю, так. Дождь. Ну, конечно. Конечно же, ночь. Конечно же, дождь. Это уже как дважды два. Ой. Холодно. Звездное небо, там пару тучек и дождь такой идет. Да ладно, ребят, вы еще. What would you do? If you walk up in a place you have never seen before. Кто знает где, кто знает кто. Отлично начало. Эй, дядя, вот нечего было в лесу тебе шататься. Я так понимаю, это ж мы за тебя будем играть, да? Не бери ты, боже. Он там все руки облизывает или что? Ну и God, where am I? What is this place? Понятно, конечно же, он не помнит ни как он тут оказался, ничего не помнит. Смотрите, ну чистое небо, ну почти чистое, ну откуда здесь дождь идет, да? Боже, руки. Зомби. Мозги. Ладно, пошли. Мышка такая. А стоп, а мышку можно как-то настроить? Ладно. Продолжим. Слушайте, ну серьезно, это Haunted как. Вон да, машина. Кстати, нет, другая тачка стоит. Кажется. Так, у нас есть this facility. We cannot risk losing it. Destruction of the facility is out of the question. The distance from close to green market is minor. Perfect for leads. It shouldn't be too bad. Should they come up with a command? Хорош, чувак, я понял, да. Серьезно, вот это тупо тот хант, который был. Только он поменялся. На канале, кстати, есть это. Ну, нажмите где, нажал. Что случилось? Мышка до чертиков резкая. Мотор заглох. Ну вот дождь. Ну блин, чувак, сядь в машину. Закройся и сиди, жди утра. Нет! 12 часов ночи, ливень, там, в руках один фонарик, лес, подозрительный лес, почему-то печатная машинка стоит, что делать? Надо идти туда. Реально, я помню, вот это все, это я помню, я в это играл, только это было немножко по-другому выглядело, вот сейчас что-то будет, сейчас стопудов, сейчас вот, я помню, что тогда, по крайней мере, было, вот я только... А по-другому выглядит, кстати. Твою, вот я ж знал, ну я знал, я... Да. Я знал, только это стало не так страшно, как в тот раз. С
Серьезно, поищите на канале, кому хотелось хорроров, вот Hunted. Отвечаю, была уже эта игра. Пятна крови. Замечательное начало. Я бы после такого просто бы развернулся и шуровал бы. Вот где-то мы тут начали, там резкий спуск типа. Я бы не знаю, я бы просто ногтями, зубами царапался бы, поднялся бы туда и валил бы отсюда подальше. Но нет, мы отважные, вооружившись фонариком, будем продвигаться дальше. Навстречу неизвестному. Навстречу не знаю чему. Фонарик здесь просто до задницы, он, что он есть, кстати, можно... А, все, выключил фонарик, да. Он что есть, что его нету, фиолетово. Ладно. Давайте, хотя нет, фиолетово, действительно. Музон нагнетает, конечно. Мне кажется, что я слышу параллельно еще чьи-то шаги, но желание оглядываться у меня как-то не возникает. Выход тут. Вроде бы все тихо. Машинка. Блин, я с трудом пытаюсь мышкой не резко возить, знаете, это очень тяжело здесь. И слокоть, конечно, закрыто, ожидаемо. А куда мы можем пойти? Это я здесь. Вот тут что-то есть. Короче, ребята, бегать, смотрите. В общем, это эдакий слендер, я так понимаю, да? Почему здесь туман? Идет дождь, и как будто бы... Мне интересно, зачем разработчики добавили в игру фонарь? Это совершенно бесполезная хрень, извиняюсь. Вау, здание. Мне оно не нравится. Я бы туда никогда в жизни не зашел. Не знаю, вот... Я бы лучше... Ночью где-то вылез бы на дерево, вот, но в это здание я бы не пошел. Ну посмотрите, оно это как. Я просто вообще. Что это за местность? Где я вообще? Лаборатория доктора Зло, честное слово. Локоть. Тяжело сказать, расстроен я или рад, потому что здесь закрыто. Стоп, там же... Да, есть проход, да. Стыкает какое-то синее, расплывающееся. Изменилась игра, я должен сказать. Было все по-другому. Я помню, я там бегал, там телевизор где-то в поле встретил. Вот такого всего тут не было. И, по-моему, там дождя тоже не было. Дождь не шел. Домик, сарайчик, по крайней мере. Ну, посмотрите, ну это лаборатория просто доктора Зло там какой-то, не знаю. Ну вот, как вас взять, ребята? Тупик? Да ладно. Я бы точно тут бы не остался. А туда я не могу, да? Забор или что там?
Ожидаемо, забыл, конечно. Р, чтобы поменять батарейки. Не надо! Тут ваши батарейки. Кстати, серьезно, надо вообще... Ох, убрать. Вдруг мы где-то будем там в здании, где нам вдруг понадобятся резко батарейки. Камера влево-вправо ходит, такое ощущение, что он просто безумно лихо мотыляет головой просто. Причем делает постоянно. И куда мы идем? В лес, обратно. Мне показалось, или слева как-то... Вот, смотрите, деревья. Они наклонились, вот присмотритесь. А нет. Понятно, это какие-то текстурные заморочки. Не будем на этом зацикливаться. Мы просто пойдем дальше. Я понимаю, что я походу пошел просто сразу изначально не в ту сторону. Надо было, наверное, направо сразу, туда, там где электрощитовая, типа. А я пошел налево, но... Блин, тут где-то что-то есть. Драпаем отсюда, там где там какие-то звуки. Валим. Это и не Outlast, но все равно как-то, знаете, стремноватисто будет. Так, где я? Фонарик. Все-таки возьмем. Я не боюсь. Я вообще бесстрашный. Я просто, знаете, я просто переживаю за монстра. Просто вот, если бы сейчас на меня кто-то выскочил, это я бы просто бы, ну я бы порвал бы просто. Просто вот как тузик грелку просто бы изорвал бы в клочья этого монстра. Поэтому я ж не за себя переживаю, я переживаю за их здоровье, как бы, за их целые зубы, целые кости, ну, вы понимаете, в общем. В Outlast'е та же система, мне просто, нет, я пойду туда. Просто волновался именно за всех этих сумасшедших, за этого Билли, который в конце все-таки сдох, вот, он все-таки нарвался на меня. Вот если бы он не нарвался, так был бы себе целый, невредимый, живой. Вот. Твою мать. Поменяю я все-таки батарейки, наверное. Толку от этого мало, но как-то, знаете... Я как-то спокойнее себя чувствую, когда батарейки в фонарике стоят. Нормально. Фонарь. Шо он тут есть, что его нету, он не горит. Блин, ребята, тут реально не я один иду. Там какая-то сволочь есть. Какая-то зараза там есть. И все в тумане. Туман посреди ночи. Да вы издеваетесь, блин. О, ух ты. Давай, взламываем. А, оуч, я понял. Так, все, войти по-любому сработает. Нет? А, ладно, давай так. 1986 год. Нет, не пошло. 1900, давай. 14-й. Нет. Да пошло ты. Раз оно нет, да нет, ну его нафиг. Какая-то, кстати, зона такая обозначена.
за что это такое? Хорроры. Какой же это хоррор, когда тут ничего не происходит, а? Хоррор. Везде закрыто. Туда нельзя, сюда нельзя. И это хорроры называются. Смотрите, вот я когда вот так, то на горе передо мной какая-то муть с лестницей вверх. Кстати, что там? Это где-то вот здесь, наверное. А когда я поднимаю камеру вверх, смотри, она пропадает. Вот смотрите, вот сейчас появляется, и сейчас пропадает. Что это? Вот, сейчас опять есть. Сейчас опять нету. Блин. Что за бред какой-то? О, там свет. Красное что-то горит. Там люди! Ау! Я тут типа случайно оказался. Мобилку не дадите? Позвонить. Ау! Вот, генератор, да. Открывайся. Ну, открывайся. Отлично. Отлично. Сейчас мы врубим свет во всем парке. Давай, включайся. Как тебе... Как тебя включить вообще, а? Эгегей. О, да. I think there is not gas. Чё, заправить еще надо что-то? О, супер. Телевизор. Нормально. А включить? Включить нельзя. Красиво так его, конечно, поставили. Нормально. Дождь совершенно никого не смущает. Подумаешь, телек на тумбочке под дождем. У каждого стоит так. О, кстати говоря, реально, может сейчас получится на тот завод, адский завод выйти. Там же тот проход закрыт, так может через этот получится пройти. Блин. Ну вот, каким психом надо быть, чтобы идти вперед в такой вот обстановке? Еще можно направо повернуть. Да, конечно. Прям я так сразу повернул направо. Эй, там кто-то есть. Чувак. Эй. Девушка. Алло. Красавица. Алло. Повернись, мы сейчас фонариком зафигачу. Мадам, посмотрите на меня. Понятно. Какая-то она стрёмная, но придется идти направо. Ладно, ну уже хоть что-то, но... Что-то у меня от этой мадам аж мурашки по спине. Это что за твою мать? Это вообще было? Люди, кто-нибудь. Так, мадам должна быть где-то слева от меня. Сейчас она как кинется на меня будет, я просто тут кончусь, если это будет так. Вот она вот-вот стоит. Девушка. Девушка, вы вообще нормальная?
Ебать, глаза светятся. Я видеваю. Батарейки. Лягушка. Алло. Девушка. Это типа так надо или что такое? Вы видали, как у нее глаза горят? Это... Я не знаю, что здесь происходит, короче. Что она тут делает вообще? It's locked. Замечательно. Просто великолепно. Мадам, вы не хотите мне ничего рассказать, нет? Я бы просто офигел, если бы в такой глуши, в таком месте встретил дамочку со светящимися глазами. С ней никак нельзя взаимодействовать, короче, она ничего мне не хочет сказать. Так, ладно. Последнейшее мы тут сделаем. Мы свалим отсюда и пойдем на вот ту вышку или что она вообще такое. Чувак, что-то ты тяжело дышишь. Да что это вообще такое? Что за звуки? Что тут происходит, а? Я не могу сказать, что этот хоррор, он меня как-то цепляет, если честно. Вообще не могу такого сказать. Если Outlast было интересно, Outlast хотелось, а тут черти шо, творится, ничего не видно вообще. Все какое-то синее-зеленое, это NPS стоит, с ним никак нельзя взаимодействовать. Вот. Я понял, что нам надо вот это вот как-то что-то за, то ли заправить, то ли ну, что-то в этом роде, то есть найти надо, но... Но, как бы, вы поняли, да? Вон там елки мигают впереди, замечательно, короче. Шикарная игра, я куда-то иду, не знаю, куда я иду, куда я сейчас выйду. Вроде карта есть, и люди, как мы уже даже нашли, людей есть, нормально. Но люди какие-то такие, что лучше бы их там не... I think with an X I can get inside of... Что ты там увидел что-то внутри или что? Короче, надо лом, я так понимаю, чтобы туда зайти. А лома-то у нас и нету. Сейчас мы выйдем, короче, направо. И пойдем по той узкой дорожечке. Да, во-во-во, вот сюда. Вот я ж так понял, она наверх нас заведет, да? И музыка еще, да хотя нет, это не музыка, это вообще какие-то аккорды, это музыкой назвать тяжело. Да, вот свет. Будем палить батарейки, потому что все равно они иначе никак не используются. Давай, лезь. Во, вот зацените, ну вот сверху. Вот она что ли где-то здесь получается. Я надеюсь, у меня я ж на нее залезу, да? На самую верхушку. Знаете что, если вы сейчас вот ничего не видите,
не удивляйтесь, я тоже ничего не вижу просто. Я слышу странные звуки и вот лестницу вижу. Точно, я иду к этой вышке. Отлично. Да что за зомби? Что это вообще за место? Что это? Зачем? Зачем я сюда иду? Безумец! Что я тут забыл? Кошмар. Нет, ну правда. Что? Да ладно! Да ладно, вот это непреодолимое препятствие, да. Смотрите. Офигеть. Как же бесит, ну вот непреодолимо, просто нереально перепрыгнуть, давай, перелезть, просто никто не смог бы перепрыгнуть, блин. Вот такие вот моменты портят игры, которые могли бы быть хорошими. Ладно, ребята, собственно, такой вот первый взгляд Haunted Memories, не знаю, может, я стал слишком переборчивым, может быть, не знаю, но после, опять-таки, Outlast и Amnesia, которые были просто великолепны, они действительно были страшные, они были интересны, мало что впечатляет, а тем более вот это вот, что тут все плывет, нифига не понятно, люди смотрят на меня, молчат и не разговаривают, причем тоже ночью в лесу, девушку в какой-то блузочке и шортиках, это тоже как-то... Ну, сами понимаете, очень как-то все это странно и непонятно. А, и, кстати, если кого-то интересует количество FPS-ов, то здесь, сейчас вы наблюдаете игру на 20 FPS-ах. Это моя новая тачка выдает на этой игре 20 FPS. Как? Я не знаю. Либо просто у разработчиков кривые руки, либо супер крутой движок. Я затрудняюсь как-то это комментировать. Но для меня это шок. Ладно, спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам понравилась такая экскурсия, начиная по... Даже не знаю, как это назвать. По лесу какому-то. Haunted Memories, дамы и господа. Подписывайтесь, если здесь впервые. Ставьте лайки. Пишите, что вы думаете по поводу этой игры. И, конечно же, я жду вас в группе ВКонтакте. Удачи вам и до новых встреч. Пока-пока.